Наш город готовится принять соревнования памяти одного из основоположников бокса в Междуреченске Виктора Яковлевича Кульбякина. Традиционно к нам приезжают сотни боксеров. В этом году ринг развернется во Дворце культуры Распадский с 14 по 16 февраля. К нам уже подтвердились Алтайский край, Новосибирская область, Красноярский край, Хакасия, Кемеровская область, Томская область. Подтвердилось уже порядка 200 человек.